Кирилл Щербаков, 12 лет, село Зимино, Раздольнинский район. Глядя на Кирилла Щербакова, удивляешься, сколько мужества и упорства скрыто в этом сельском подростке. У мальчика при рождении обнаружили позвоночную грыжу. После операции врачи не гарантировали, что сможет ходить. Однако Кирилл не только ходит, но и смело гоняет на велосипеде. Это одно из его любимых занятий. Он готов колесить по улицам часами. Год назад мальчика настигло еще одно испытание. Его зрение резко упало. Но и это не заставило парня сдаться. Все так же упорно, пусть и на ощупь, он продолжает собирать любимые конструкторы. Школьные предметы Кирилл изучает на слух. Мальчику пришлось перейти на домашнее обучение. На прошлом уроке мы с тобой изучали такое замечательное время, как present simple. Да? Простое настоящее время. Какое? Простое настоящее время. Простое настоящее время. Все так же на слух Кирилл учит уроки. Большое спасибо его бабушке Алевтине Щербаковой, которая в упорстве под стать внуку. Уже целый год изо дня в день она читает, а он запоминает. И холод, и сеча. И холод, и сеча ему ничего, но преимущество смерть от коня своего. Олег усмехнулся. Олег усмехнулся, однако чего, и взором мрачились думой. Молчание. Рукой опершив на седло, с коня он слезает угрюмый. И отроки тотчас с конем. Дошли, и князь вдруг... Во коня подвели. В школе признают, у Кирилла незаурядная память и огромное усердие. Попробуйте-ка алгебру с геометрией выучить, опираясь только на устный материал и собственное воображение. Несмотря на все сложности, мальчик учится без единой тройки. Любит рисовать, любит, конечно, очень читать хорошо, декламирует стихотворения, учит наизусть, у него это хорошо получается. И даже мы пример показываем детям, как может человек, мальчик выучить, если у него зрение такое слабое. Но вот так вот он молодец. Вернется ли к Кириллу зрение, врачи не могут сказать, но семья Щербаковых живет, не теряя надежды. Операции мы сделали все возможные, что нужно было. Теперь сказали ждать. Ну вот ждем уже 2 года, ничего не меняется. Были в Москве, там тоже сказали ждите. По характеру Кирилл добрый, энергичный и отзывчивый мальчик. Играет с друзьями, помогает по дому и с большим интересом следит за мировыми новостями. Я хочу быть полицейским, потому что они защищают людей и смотрят за дисциплиной. Еще мечтаю поехать в Париж, чтобы посмотреть Эйфелеву башню. Упорство Кирилла не осталось незамеченным. Год назад он стал лауреатом премии общественного признания «Преград нет». Он еще больше поверил в себя и с уверенностью говорит, добьется всего, чего пожелает. Для него нет преград.